17 мая 2024 года в подмосковном городе Долгопрудном на стадионе «Салют» прошел фестиваль боевых искусств Московской области. Спортивным праздником руководил глава городского округа Долгопрудной Московской области Владислав Юрьевич Юдин. На фестиваль приехали спортсмены крупнейших школ и клубов Москвы и Московской области. В работе фестиваля принял участие неоднократный победитель международных соревнований, чемпионатов Азербайджана, чемпион мира, вице-президент Всемирной организации «Аяма» Киокушин карате Азиз Ашрафов, продемонстрировавший со своей командой Тамасюмаре Киокушин карате. Тамасюмаре – это разбивание твердых предметов незащищенными частями тела, практикуемое в японских боевых искусствах. Следует подчеркнуть, что тамасюмаре не является основной целью боевых искусств, но в практике карате служит индикатором развития силы духа и мощи удара спортсмена. Одновременно следует сказать, что неподготовленному спортсмену участвовать в тамасюмаре не рекомендуется из-за возможности получения тяжелых травм.